Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня приготовим превосходное летнее овощное блюдо кавказской кухни аджапсандал. Рецептов аджапсандала много. Я сегодня готовлю вот такой рецепт с картофелем. Раньше готовила его по другому рецепту, но вот этот просто потрясающий. Рекомендую приготовить именно так. Попробовать, порадовать родных, а также поделитесь с друзьями этим замечательным рецептом. Готовится недолго, несложно, очень ароматное. Овощи нарезаются крупными кусочками. Обязательные ингредиенты: баклажаны, помидор, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, кинза, базилик, соль, перец, растительное масло, острый перец по желанию. Готовится аджапсандал в казане или в сотейнике. Я буду готовить в глубокой чугунной сковороде. Нарезаем крупно баклажаны. Пересыпаем солью. Оставляем на 20-30 минут. После чего их промыть и отжать, а также обсушить бумажным полотенцем. Крупно также нарезаем картофель. Также крупно нарежем лук. Зелень промыть, обсушить, измельчить. У сладкого перца удаляем сердцевину и также крупно режем. Помидоры обдать кипятком для более легкого отхождения кожицы. Нарезать небольшими дольками. Также очистить и раздавить чеснок. Хорошенько разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем картофель почти до готовности. Обжариваем на сильном огне в большом количестве масла. Убираем шумовкой. В этом же масле жарим баклажаны. Через 5-7 минут добавляем лук. Когда он станет прозрачным, добавляем перец. Тут же можно добавить острый перчик, кто любит. Возвращаем картофель. Добавим половину чеснока, соль, черный молотый перец, можно еще и красный. Кладем томатную пасту или тертые помидоры или томатный сок, дольки свежего помидора, сахар и половину зелени. Огонь на максимум, слегка перемешиваем. Скажу насчет сахара, вы не почувствуете его, но вкус блюда заметно улучшится. Закрываем сковородку крышкой на 5 минут. Затем добавим оставшийся чеснок и зелень. Слегка придавим ее. Аджапсандал тушится без воды в собственном соку. Снова накрываем крышкой еще на несколько минут. Выключаем огонь, даем настояться от 30 минут до 2 часов. Подавать в горячем или теплом виде. Украсить зеленью. Если вам понравился рецепт или видео, поставьте обязательно лайк, поделитесь с друзьями и подписывайтесь на наш интересный кулинарный канал. Всем пока, до новых встреч!